Ну а в Москве у Останкинского пруда открыли мемориал в память о погибших журналистах. Четверть века назад в охваченной гражданской войной Югославии во время выполнения задания погибли наши коллеги Виктор Нагин и Геннадий Куренной. На месте находится мой коллега Олег Сидякин. Олег, здравствуй. Ну что из себя представляет мемориал? Расскажи нам. Приветствую тебя, Лев. Вот эта памятная доска, которая посвящена погибшим корреспондентам центрального телевидения тогда еще СССР Виктору Нагину и его оператору Геннадию Куриному. Вот эти камни, которые сделаны таким вкраплением в сам гранит, это камни привезены с предполагаемого места расстрела корреспондентов. Сегодня здесь прошла траурная церемония и открывал ее глава Первого канала Константин Эрнст. Ребята, которые каждый день через вот эту дверь выезжают на репортажи, приезжают с работы, в том числе уезжают в горячие точки, они смотрели на их имена, вспоминали их и знали, что их тоже никогда никто не забудет. Командировка в раздираемую войной, гражданской войной Югославию для Нагина и Куринова стала последней. 1 сентября 1991 года они сняли материал о начале занятий в школе при российском посольстве в Белграде и двинулись в сторону Хорватии. Как сейчас вспоминает супруга оператора Курина, дело в том, что перед этой поездкой ее муж снял обручальное кольцо. По всей видимости, боялся нападения мародеров. Ну а вот супруга журналиста Виктора Нагина, дело в том, что она также работала в том же Сопкорском пункте в Югославии. Она как раз готовила для своего мужа канал связи, по которому на следующий день он должен будет передать свой материал в Москву. Я его проводила, ничего не предвещала, абсолютно. Хотя непонятно, почему-то он снял обручальное кольцо золотое, не знаю. То ли он его еще раньше снял, то ли в этот момент. Заехали в Хорватию, там они взяли интервью, и никто не предполагал, что что-то может случиться. К нему очень хорошо относились. Витя закончил хорватский институт, университет, поэтому он прекрасно знал язык, прекрасно знал страну. И, в общем-то, его принимали все очень хорошо. Уже через год стало ясно, что Нагин и Куриной были расстреляны 1 сентября 1991 года в окрестностях пограничного города Костайница группой примерно из полутора десятков сербских милиционеров под командованием Ранка Бароевича. Существуют сейчас две основные версии того, почему погибли корреспонденты. По одной из них журналистов приняли за хорватских шпионов и расстреляли для того, чтобы уничтожить видеозаписи скрытых сербских позиций сербских вооруженных формирований. По второй же версии, корреспондентов убили просто для того, чтобы ограбить. Дело в том, что тела погибших до сих пор не найдены. Расследованием этого дела занимались и поочередно советский и российский МИД, спецкомиссия Госдумы, также служба внешней разведки и Красный Крест, Генеральная прокуратура России, а также многие известные российские журналисты. Но в этом деле точка до сих пор не поставлена. Их долго и честно искали, все 7 лет, пока мы там работали. Прокуратура действительно еще не закончила это следствие. Из всех 50 или более чем 50 погибших на югославских войнах журналистов, про каждого известно, где, когда, что случилось, и все они похоронены достойно. И только Виктор и Геннадий до сих пор остаются, их исчезновение остается тайной. Виктор и Геннадий не были первыми погибшими на войне журналистами, но, к сожалению, они не стали и последними. 2 года назад из служебной командировки на юго-восток Украины не вернулись
Журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Фотокорреспондент России сегодня Андрей Стенин. А также оператор Первого канала Анатолий Клян. Волею судьбы так получилось, что памятная доска Анатолию Кляну находится всего лишь в 3 шагах от памятной доски Нагину и Куриному. Здесь у главного входа в телецентр Останкино. И как сегодня многие здесь наши коллеги говорили, очень хочется, чтобы эта аллея памяти больше не расширялась. И никому здесь больше не появлялось памятных досок. Лев, тебе слово. Олег, большое тебе спасибо. Это был Олег Сидякин. Сегодня возле Останкинского пруда Москвы открыли памятник журналистам, погибшим в Югославии.